Это храм Виктора Некомедийского, который был открыт в августе 2013 года к 60-летию поселка Шолоховского. Построено было под патронажем губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Участвовало очень много людей-меценатов, как из Ростовской области, из правительства Ростовской области, района Белокалитинского района, так и Московской области. Мы выиграли тендер по обслуживанию этого парка. Обустраиваем его, чтобы он был красивый. Весь поселок Шолоховский очень красивый, весь свежий, весь ухоженный. Вот все, ну, как бы стараемся, чтобы парковая зона тоже соответствовала поселку Шолоховскому. Мы работники управляющей компании «Стройком». И мы сегодня, у нас рабочий день, но мы его посвятили благоустройству вот этого прекрасного парка. Помогаем работе озеленителя, потому что видите, какая территория. Мы родились на этой горке, в этом поселке. Учились, закончили школу, уехали, поступили, провели, вот лично я, 20 с лишним лет в Нижнем Новгороде. И всегда этим поселком гордилась. Когда вернулась сюда, ну просто заслуга, конечно, и губернатора, потому что такой храм, в большом городе такого храма не найдешь. И вот такой территории, такой красоты, которую мы сейчас вот здесь тоже вкладываем свою лепту в эту красоту. Мы гордимся этим поселком.